полицию Владивостока с заявлением об угоне обратился местный житель. Сотрудники полиции установили, что заявитель пользовался арендованным автомобилем марки Toyota Prius. Мужчина припарковал транспортное средство на придомовой территории на проспекте Столетия Владивостоку и уехал за город на несколько дней. Вернувшись домой, заявитель обнаружил отсутствие автомобиля, а еще и понял, что потерял ключи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был обнаружен угнанный автомобиль марки Toyota Prius, а позже задержан и сам угонщик. 34-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном и рассказал, что, гуляя по улице, нашел ключи от автомобиля. Приморец решил воспользоваться случаем и покататься по ночному городу. Следственным подразделением Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неправомерное завладение автомобилем или угон. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Олег Завьялов, новости на Восьмом.